Друзья мои, в этом седьмом каталоге Faberlic появилась новинка бытовой техники. Весы кухонные. Они буквально размером со школьную тетрадочку. Стеклянные, как вы видите, сверху поверхность их. Нажимаются вот здесь вот легким прикасанием. Говорят hello, когда вы их включаете. Измеряют они вес буквально до грамма. Очень точные. Вот, например, ручку давайте взвесим. Вот она весит 5 граммов. Кроме того, у них есть вот здесь вот кнопочка, которая изменяет единицу массы. Вот сейчас вы видите Г, граммы. Если я нажму на кнопочку, килограммы теперь показывает. Еще раз нажму на кнопочку, унции. А это вода, миллилитры. Причем, если взвешивать какую-то другую жидкость, не воду, то будет погрешность в измерении массы. И еще раз нажму на кнопочку. А это уже milk, молоко, миллилитры. Не знаю, видно ли вам или нет все эти надписи, но они здесь есть. Снова мы на граммы переключили. И давайте посмотрим, что у них на задней стороне. Ну, вот здесь вот отсек для батарейки. Батарейка вот такая вот кругленькая. Большая кругленькая. Как таблеточка. Резиновые ножки, чтобы не скользили весы. Причем, смотрите, есть такое отверстие, чтобы можно было их подвесить, ну, на стену куда-то, да, или, может быть, в шкафчике где-то приспособить, чтобы их подвешивать. И вот, вот эта вот кнопочка, которая переключает единицы измерения массы. Вот такие вот весы, вот такая вот новиночка. Ну, конечно же, инструкция к ним идет, где все расписано. Куда нажимать, где что расположено и что обозначает каждая деталь. Так что пользуйтесь!